2 февраля 2014 года не на всей верю, территории Гагаузии стартовало два референдума о внешнеполитическом векторе развития и о подложенном статусе Гагаузии. Явка избирателей тогда составила более 70%. Подавляющее число граждан из Гагаузии, 98,4%, проголосовали тогда за вступление Молдовы в таможенный союз. Настоящую сплоченность гагаузского народа и его желание взаимодействовать со стратегическим партнером России продемонстрировал и митинг в честь третьей годовщины референдума на центральной площади Камрата, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Этот день дал гагаузам сплочение. И люди сегодня ждут от наших властей сближения, чтобы войти скорейшего сближения с Россией. И чтобы люди жили немножко лучше. Народ Гагаузии проголосовал почти 100% за Евразийский союз. Потому что Евразийский союз по ориентиру, по цели, наш друг, он даст человек, который представляет улучшение экономики, движение, он даст, в основном, если улучшение экономики есть, регион, пойдет и улучшение жизни людей. В интервью телеканалу Акчен ТВ Башкан Гагаузии Ирина Влах подчеркнула, что 2014 стал знаковым годом, объединившим всех жителей региона вокруг идеи государственности Республики Молдова, идеи сплоченности всего общества, а также выстраивания хороших отношений с нашим стратегическим партнером Российской Федерацией. И на самом деле у Гагаузии после 2 февраля есть очень много позитивных, хороших результатов в выстраивании взаимоотношений с регионами Российской Федерации, открытие рынков, выход нашей продукции на российские рынки. Одновременно это хороший пример и для других регионов Республики Молдова. Партия социалистов всегда поддерживала и поддерживает Гагаузию, ведь жители этого региона – настоящие государственники. И очень важно, чтобы во всех своих начинаниях мнение гагаузов было услышано. Об этом заявили депутаты от партии социалистов, принявшие участие в митинге. Очень важно, чтобы власть сделала то, за что выступают люди. Мы действительно считаем, партия социалистов, что путь Республики Молдова находится рядом с Востоком, рядом с Российской Федерацией, поэтому мы целиком и полностью поддерживаем начинание гагаузского народа. Гагаузия – это такой регион, особый регион, где люди хотят иметь свое мнение и всегда хотят, чтобы к этому мнению прислушивались. Поэтому они в свое время, 3 года тому назад, провели референдум. Этот референдум сплотил людей между собой, сплотил руководство Гагаузии. И они сделали так, что к их мнению действительно прислушивались. Помимо официальных мероприятий, в Гагаузии был организован автопробег, а в городах и селах автономии прошли массовые народные гуляния.